поделюсь с коллегами своим опытом, успешным опытом, чтобы они могли проводить у себя в клиниках имплантацию, проводить ее успешно, хорошо и сделать жизнь своих пациентов лучше и качественно. Диаметр? Ну, то есть у меня любимый диаметр это 4,8. То есть для всех зубов. Если у нас маляр, то берем пошире, там до 5 второй пол. И делаем их вертикальными. Горизонтальные я не люблю, потому что есть риск того, что будет ишемия по плоскости. Обласна програма по встановленню безкоштовних імплантатів воїнам АТО ООС є ініціативою обласної ради та облздрави. Ми дуже вдячні, що долучились до цієї програми. А наша обласна стоматологічна поліклініка буде їх встановлювати нашим доблесним воїнам. Мы сушиваемся потом. Все, пожалуйста, за нас. Короче.